И если вы познакомились в этот день, то вас ожидает крепкий союз и счастливое будущее. Нумерология может рассказать многое, в том числе и особенности ваших отношений по дате знакомства. И если вы помните тот волнительный день и конкретную дату, то сможете высчитать число, которое поможет вам сохранить любовь. Чтобы рассчитать искомую цифру, необходимо сложить все числа даты вашего знакомства. К примеру, вы познакомились 22 января 2001 года. Нужно сложить все числа даты вашего знакомства. И если ваше число получилось двузначным, то приведите его к однозначному, сложив все получившиеся цифры. А теперь давайте узнаем, что означает получившееся число. Единица. Амбициозная единица указывает на то, что ваше знакомство произошло на волне общих целей или интересов. А вас объединяет не только любовь, но и общие пристрастия. Это может быть развитие в бизнесе, обучение, стремление к новым целям. В такой паре партнеры редко соперничают. Обычно влюбленные объединяют свои силы и знания для достижения общего счастья и благополучия. Такие пары крепки и нередко вызывают чувство зависти у окружающих. И если влюбленные будут поддаваться нападкам со стороны, то их союз может оказаться на грани распада. Нумерологи рекомендуют исключить любое негативное влияние извне, а также пропускать мимо ушей сплетни и клевету. Двойка. Сентиментальность, романтический настрой, мягкость и искренняя любовь – так можно охарактеризовать вашу пару. Двойка в ваших отношениях отвечает за терпение. А в вашей паре неудачи могут быть лишь из-за суеты и сомнений, которым будет предаваться один из партнеров. И если вы научитесь слушать друг друга и перестанете торопить события, то ваши отношения перерастут из простого увлечения в крепкие чувства. А в вашей паре нумерологи советуют исключить резкие перемены и наслаждаться каждым проведенным вместе днем. А романтика и искренние чувства помогут вам преодолеть трудности. Тройка. Отношения, числом которых является тройка, способны пережить все невзгоды и преодолеть любые трудности на пути к счастью. Отношения партнеров часто строятся на компромиссе, что способствует укреплению связи. Вам стоит лишь внимательнее относиться к ближайшему окружению. Избегайте дружбы с льстецами и завистниками, которые могут негативно влиять на микроклимат в вашей паре. Чтобы ваши отношения не угасали на протяжении длительного времени, стоит ставить перед собой общие цели и идти к ним рука об руку. А в вашем союзе любая положительная активность будет приводить к успеху. Четверка. Эта цифра указывает на веселые отношения, в которых партнеры любят поговорить на любые темы. Стабильность этой цифры обеспечивает крепкие союзы, которые с годами не утрачивают ни новизны, ни радужного настроя. Обе половинки в союзе, ознаменованном четверкой, являются душой компании, открытые и финансово независимы. Однако такие пары часто вызывают зависть и желание разбить крепкие и счастливые отношения. А вам стоит остерегаться не столько друзей, сколько ближайших родственников. О ваших отношениях часто будет звучать фраза «он или она тебе не пара». А вам важно держаться друг за друга и пореже обращать внимание на такие выпады. Со временем они сойдут и на нет. Пятерка. Пятерка является счастливой цифрой. Если ваши отношения знаменованы ее присутствием, то ваше общее счастье будет с годами все крепче. Однако в каждой бочке меда есть ложка дегтя, поэтому пары в таких отношениях часто вспыльчивы. Накал страстей может даже на время развести партнеров, но в большинстве случаев это ненадолго. Все, что требуется влюбленным, это не перегибать палку, чтобы эмоционально не перегореть. А восполнять потребности в выплеске энергии нумерологи рекомендуют с помощью активных занятий спортом. Шестерка. В паре, за отношения, которые отвечает цифра 6, преобладает ревность. Нередко такие союзы довольно тяжелые для партнеров. В них часто возникают конфликты на почве недоверия, а эмоции могут захлестнуть в любой момент. А нумерологи рекомендуют влюбленным учиться находить общие решения и подстраиваться друг под друга. Терпение и желание меняться в лучшую сторону помогут вам сохранить любовь. Но если вы не сможете найти компромисс, то вряд ли стоит продолжать отрепать друг другу нервы. Семерка. Отношения, которые курирует семерка, не отличаются сильной эмоциональностью.
Как правило, в паре срабатывает закон «подобное притягивается к подобному». Это значит, что оба партнера не купаются в обжигающей страсти, а наоборот, кажутся чопорными и безразличными. А в действительности же партнеров не волнует мнение окружающих, и им вполне комфортно находиться вместе. Их мир может быть настолько непонятен, что разобраться, где там любовь, становится практически невозможно. А разрушить свой союз влюбленные могут лишь нетерпимостью и неприятием критики. И если же исключить подобное, то отношения будут крепкими. Восьмерка. Восьмерка отвечает за отношения, которые часто являются непредсказуемыми. Конфликт в паре может вспыхнуть на пустом месте и также быстро сойти на нет. Нередко пара теряет большое количество энергии, поддерживая связь друг с другом. Для них выражение «от любви до ненависти один шаг» является истиной в последней инстанции. Нумерологи рекомендуют влюбленным научиться давать друг другу свободу и ощущение личного пространства, чтобы сохранить прекрасное чувство любви. А в ином случае союз распадется, ведь отток энергии будет происходить практически ежедневно и быстро лишит терпения одного из партнеров. Девятка. Отношения в этой паре не просто странные, они выглядят фантастическими из-за переплетения страсти, нежности и мудрости. Партнеры нередко идеализируют своего спутника, словно не видя его реального характера. Нередко такие пары какое-то время счастливы, но позже наступает просветление, и идеалы сталкиваются с жестокой реальностью. Часто такие романы короткие и бурные, сохранить отношения надолго помогут общие идеи. Если у партнеров не будет времени на анализ характера своей половинки, то со временем произойдет притирка и союз станет крепким. Конечно же, отношения в парах не всегда зависят от цифр. Однако часто общие черты и характеристики таких союзов помогают влюбленным пережить все кризисы для строительства длительных отношений. А возьмите на заметку предложенные рекомендации, но не забывайте, что подход партнеров всегда индивидуален. А мы надеемся, что данное видео было для вас интересным и полезным. Желаем вам здоровья и семейного благополучия. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку.